есть. Как ты уже знаешь, я уже 3 месяца стримлю на Твиче, и моменты есть. Есть моменты интересные, тем более мы сейчас придумали новую систему. Как только что-то случается, я делаю клип. Сейчас у тебя на экране как это происходит. Смотрите, я нажимаю на эту кнопку, хоп. Все, заходим сейчас на Твич, клипы, и вот. Клип, который я сделал только что. А, так вот, моменты есть, а вот куда публиковать? На лайв-канале аудитория есть, но она не такая, как здесь. Поэтому я решил, что если делать твич-нарезки на этом канале. Поэтому поставь лайк, если тебе понравится то, что ты сейчас увидишь. И готов ты это видеть ли раз в месяц, раз в 2 недели, что-то такое. Ну, смотря как моменты соберутся. Ну, мне понравилась эта нарезка. Просто скажу тебе сразу, моменты реально годные, чувак. Я как будто симпл. Ну и вторая новость, это то, что 17 декабря у нас пройдет стрим на YouTube. Поэтому приходите, он будет 10 часов. Пропустить его невозможно. Запомните просто то, что он будет. Все, давай, чуваки, приятного просмотра. С тобой я Шок, пока. Ой, приятного просмотра просто, давай. Блин, ребят, пользуясь моментом, хочу вам сказать спасибо, что вы меня смотрите. Я не знаю, почему, но я захотел это сказать. Но сейчас я должен его убивать максимально быстро. Будем работать. О, чуваки, ваш чат, это 200 IQ, да? Если включи напряженную музыку. Что? Почему? Почему у меня пропадают девайсы? Здравствуйте, оформили заказ на сайте, готовы его подтвердить. На имя Алики, телефон... Номер телефона является контактом? Номера. Угу, конечно, ну, больше не жените. Фак, она мой номер озвучила. Плохой человек. В общем, забирать не надо, я не заказывал ничего. Извиняюсь. Да, до свидания. Спасибо, брат. Что было? Что было? Расскажи. Да, чувак, мне позвонил какой-то брокер или я не знаю кто. И спалил мой номер на стриме. И сейчас звонит так Свичков. Вообще, кто-то понимает, как это работает, система? Я все, что понимаю, это топ-3, ты повышаешься. Возможно, повысишься. Но даже будучи победителем сразу в 3 катах подряд, ты не повышаешься. Я не понимаю, как это работает. Типа на пирсе. Вак, можно тебя чат, пожалуйста? Я просто показываю, что здесь шутить со мной не стоит вообще. То есть Эрик, если прощает, он делает это один раз в жизни. Это... Что это было? Гуляем. Ну, кажется, все купил, что можно. Да ты что, издеваешься? Чё это было? Бай-бай есть, бай есть. Чёрт, я сдох. Я сдох, чувак. А, нет, еще не сдох. Еще двое на Б. Надо его как-то убить. Очень важно. Как? Ковры. Ковры убивайте. Ковры. Хорош, все выиграл. Тяни! Боже, кто ты такой? Кто ты такой, Акти? Это Б. Руины. 15 секунд, ребят. Пытается, он на фонтане прям, пытается ставить, пока не ставит. Все, не подожди, умер. Стой. Есть время. Но... Что он делал? У меня было 5 секунд. Убил. Факт чат. Он красный. Найс. Бомба аут. Лас мидл, мидл. Просто 16 хп, выходи смело. Хорошо, какая крысь. Так потерять против одного просто. Мы потеряли сколько времени? Вы потеряли час 90 минут. Пали с самого нелепого, самого кринжового момента. Вообще, Мистер Бин, ну, сам фильм, он настолько кринжовый. Кто-то смотрел Мистер Бин новый? Это же ужас какой-то. Типа, шутки уровня реально первый класс. Даже, может быть, меньше, там настолько тупой юмор. Ладно, юмор-то понятно, но такой смех был в зале. Не знаешь, не настоящий вообще смех был. Тима, еще один, давай фраг.
Мы 4 в 1 убьем. Апарту еще. Апарту. Мне нужна хелпа. Фаст. Я иду к тебе, бро. Про 5-1. Балкон. Убил меч. Балкон? Нет, ласт машина. Окей, дефолт. Убил тигр. Я яму отпал. Убил. Еще яма, есть. Тип, да. Яма тип. Убил его. Пачка у меня, пачка у меня. Забей. Яма, чел. Бежит. Убил. Кон вышел. Коннектор. Так, ковры аккуратнее. Убил мидл. Хорош, все, уходи. Хочу драться с ним. Убил мидл. Сюда иди. На. Давай, смотри только мейн. Все. Я смотрю только мейн. Следи просто. Походу. А, зикавик. Да, окей. Он меня увидел, сори. Один каленок вам. Салат, вас ты это так, ты с душой сел? Вот чел, наверху. 5 секунд. Вот. Я же говорил, что мы будем на стриме, мы не будем первое место занимать. Да нет, это просто первый разминочный был. Так, чуваки, я пойду за энергетиком, потому что без него я сейчас могу быть очень слабым. И никогда не пить энергетик. Я просто его пью, чтобы проснуться. Если мне спал, очень плохо. Чуваки, я посмотрел ваши шутки. Что-то вообще не хочется. Шутки про девственницу, шутки про толстого. Так, у тебя аудитория первый класс, что ты ждешь? Что ты ждешь от нас? Давай. О, здесь кто-то есть. Блин, давай на нормальную зону побраться. Нас прям окружили, бро. У нас... Вверху. Я уже не восстановлюсь. Забудем эту карту. Меня понизили, я понял, конечно. Тебя понизило? Да. Как это работает, система? Ты же апнул, ты же отыграл, по сути. Под Б играет, смог. Я не пикаю. Черт, мог бы двоих его забирать. Давай, ну, чувак, что-то придумай. Есть сложно? Бля, ты какой с флешкой стоишь. Ладно, все. Убил. Давайте работать с ПДБ. Убил Б. Убил еще одного. Ставлю бомбу. Я спину смотрю, я спину. Класс кичен. Молодец, Акси. Акси, можно спросить тебя, на каких серверах ты тренируешься? Я не тренируюсь. Ну скажи просто Сайбершок. Сайбершок. Спасибо, бро. Я знал, что ты выберешь лучше. Кто так играет, как этот Эрик? Можно, пожалуйста, его успокоить? Куда полетел? В 2006 прыгал 3 прыжка. Это жестко. 3 прыжка это подряд, что ли? Я проспорил у Райзу и прыгнул. А Райз в курсе, что ты с ним поспорил? Окей. Вау. Вау. Найс. Уже форест. Я знаю. Так. Бит. Я думал, ты никогда не придешь на 4-3. Нет. Нет, чувак. Это было ошибкой, что я не приходил раньше. Это имба какая-то. Это приятнее смотрится, во-первых. И игра становится легче. Скилл растет максимально. Вот ты это видел только что? What your name, song? Вы сошли с ума. Когда Эрик заговорил на английском. Это кто такой? Алло. Эрик, добрый. Ночи, компания Олис Клаб. Меня зовут Наталья. Звоню подтвердить ваш заказ. Какой заказ? Наковальню, что? Я хочу плакать. Сейчас пойду кушать и спать. Я очень хочу кушать. Очень вкусную еду. Что у меня там есть? Не помню, что, но будет вкусно. Ладно, в общем. Спасибо большое за стрим.